Британский бизнес осваивает возможности, открытые коронации Карла III, которая пройдет 6 мая. Отели, рестораны и другие достопримечательности Лондона готовятся к притоку туристов и предлагают путешественникам тематические программы, как, например, специальные королевские меню и этот автобусный тур по связанным с коронацией местам. We will remember always the coronation of King Charles III. Британские власти и бизнес надеются, что поток туристов, прибывающих на коронацию, поможет экономике королевства оправиться от 2 лет локдаунов и вызванных высоким уровнем инфляции убытков. В прошлом году Великобританию посетили чуть менее 30 миллионов туристов, примерно на треть меньше, чем в доковидном 2019. В стране надеется, что интерес к коронации увеличит эту цифру.